Часть первая. Наемный убийца. Голод был уже рядом в городе. Ужесточались продуктовые нормы. Город собирал все, что можно было собрать, сохранить, пустить в дело. Пошли в ход всякие заменители на хлебозаводах, столовых. И каждый сам, оглядываясь, искал, что-то где съедобного осталось, что можно использовать. Голод только еще нащупывал глотку своих жертв. Но всем уже становилось тревожно, неуютно. Убийца где-то рядом. Вот так рассказывают об этом времени сами ленинградцы. Художник Иван Андреевич Картков. Постепенно голод стал поджимать. Что я предпринял? Какие меры? Я стал обходить квартиры всех эвакуированных друзей. Прежде всего, к Тае Григорьевне. Не помню, как попал. Рядом соседка, кажется, жила. Я вошел, перерыл все шкафы, всякие сухарики, зацвевшие. Зеленый. Подобрал все, что такое. В общем, я такой мешочек набрал. Был крайне доволен, что получил довольно хорошую порцию чего-то. Еще к кому-то я пошел в квартиру, тоже по всем шкафам собирал все кусочки засохшие, которые остались. Потом мне один мой студент принес жмых, вот такие листы. Принес 3 листа. Это была колоссальнейшая вещь. 3 листа жмыха. А какой тогда был месяц? Октябрь и ноябрь. Холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки, потому у меня оказался клей рыбный для грунтовки и несколько бутылочек масла льняного на окне. Каким-то образом я почувствовал, что дело скверно. Я не очень налегал, а все плавно распределял. Бывший работник радио НИУ Николаевич Беляев. Что характерно для тех месяцев, когда началась голодовка. Это сразу же использовалось всем, что можно есть. Что к этому относилось? Это вот дуранды, жмых подсолнечный, который можно было кусочками на рынке приобрести. Маленький кусочек, плиточку жмыха можно было за 30 рублей купить. Цена 30 рублей почему-то держалась на этих жмых несколько месяцев, пока он не покончился. Квадратный дециметр шкуры животного с коровы или с лошади, из него можно было сварить студень. Плитки столярного клея – это вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по 30 стоила. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, это не получится, достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Если, конечно, весьма отварно было, но прибрали горчицы, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам. Собственно, так только это легурятное выдавалось. Как-то есть хочешь, и можно было как существовать. Но в 42-м году это уже нечего было как существовать. Это все пропало. Так что оставалось, как полярный путешественникам из рассказов об Мундесе или Наннесе, переходить на ремни.